Кавказ, в Дагестане, в Чечне, и вот в Ессентуках есть один зал, там тоже, ну, наверное, не так много, но действительно, это очень приятно, что вы выбрали эту дорогу, что вы занимаетесь спортом, и, конечно, я понимаю, что помимо этого вы, наверное, и в школе хорошо учитесь, дай Бог. Если даже не учитесь, учитесь хорошо, потому что это в жизни очень понадобится по своему опыту. Сегодня у нас мастер-класс от неоднократного чемпиона мира Саидхамзата Ухадова. Я его друг, я просто пришел поддержать его. Я как буду как манекен, как мешок, как говорится, он будет на мне показывать вам приемы. И я выступаю с 3 лет. Иди сюда. Тебе сколько лет? 5. Ему 5 лет. Он старше меня на 2 года был, когда я начинал. То есть я был, наверное, чуть ниже. И я начал тренироваться, когда мне было 3 года. Мне было 3 года, я занимаюсь 3 лет. И у меня очень большой опыт, я выступал в разных видах спорта, но в голове приемы, удары, броски, в основном борцовское и джиу-джитсу, у Саидхамзата где-то разов 5 больше, чем у меня. Поэтому мне очень хотелось, спасибо Максим Викторович за приглашение. И действительно, вот сегодня, я надеюсь, будет хороший урок, то есть вы возьмете много нового для себя. И позволение старших мы начнем свою разминку, тренировку, и возглавлять будет Саидхамзат Ухадов.